беги! Зарубите. Босс, вставь, его убить можно уже. Вдоль речки встали. Перебежали на брат. Перебежали. Убегите от корней. Все, полетите на все. Тыщ, 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 тыщ. Туда. Направо бить. Они на самом деле-то не сложный хайм вообще. Налево прикрыть. На Торме в основном просто милики падают очень часто, и все. Дар спанился за босса, милики в дар сыграйте. Милики свичнулись. Да, свичнулись, они свичнулись. Жал. Налево перекрыть. Все. Не властен надо мной. Я освободился. О, полетели за луком, парни. Ну да. А можно мне ларик? Почему? Ну у меня же алхимия вкачана. Так вот получилось, никто лар не лутает, идем дальше. Славик, что там, место есть? Искрова. Да? Да мне пофигу, ты же знаешь. Это Руфу. По барабану. Вообще. Еще. Че, будем хм делать? Блять, я хочу хм. Я ожидаю, я ж тебе написал, что я в гильдию влетел. А у Кацуя есть спек ФБ? Кацуя ФФБ. ФБ. Имя спегора скажи свои. Он спит. Ау-ау-ау, чё? Имя спега, ты же Дмитрий. Чё, ты фаер или аркан? Фаер, фаер. Так ты же, по-моему, был у нас в гильдии. Нет, нет. Точно не был. Айер. Так а где тогда, получается, пересекались? Ну, я был в Last Legion, за Last Legion. Да, здесь. Да, могу сходить. Диана, там Бастия Ласт. Кацуя, надо тебе ФБ делать. Знаешь, как мы будем друг друга апать? Ух. Пожалуйста. Нет, экзакс не сложен в хм. И вам хм, у вас половина рейда в обычке умирает. Вы за хм и спрашиваете. Вы в обычке хотя бы научитесь нормально проходить, потом за хм говорить. Это да. Этот человек правильно сказал. Блядь, Славик, секундочку, у меня тут аддон отключу, я принять КД не смогу.
Да и фиг с ним. Суманите, пожалуй, зиста. Тут голды за сум. Каждому. Да. Не. Кацуй, косарь. Да, да, сейчас секунду. Чё там молоко? Ну пусть режет дальше. Потому что Вася. Я Вася. И Коня. Славик, у меня нет КД у Лока и Коня. Да похуй, у меня ренегаты все. В смысле? Моему демону не будет? И Коня десятых? Ты с нортами, что ли? А то я бы десятки закрыл. Угу. У тебя десятки, что 3 месяца назад нахуй никому не были нужны, что сейчас они нахуй никому не нужны. Ну, у тебя в люди весь шмот полутали уже с льды с хаймов. Ну, кару токены, кару, ну, тут базар он. Я с хаймов полутал себе бисовый шмот. Ахуй, не знаю, я за УД туда хожу. У вас кричат вары наб, зачем тебе кулак? Лично до каждого друида, вас сколько тут, блядь, 6 штук, прокрикивать и каждому отдельно баф выдавать. Не буду этим заниматься. У тебя 2 вара, один кричит на хп, второй кричит на ап. Посмотри у себя в бафах. Стака сава есть, да? Есть. Для тебя перекричали сейчас. Унитаз провалился, блядь. Ага, где шемы на входе выдают за косарь. Так это ж циркл, погоди. Говорят, этих кабанчиков под Долораном, если убить, шем падает, но. Зайди и золотай свой шем за косарь. Дайте каску там что-нибудь, пожалуйста. Аргримар, обнови каски по всем. Я уже отдавал. Каски, трубаф, пристабаф. Угу. По магам можно каску, пожалуйста? О, спасибо. Друбаф. Спасибо. Андрей, достань пристабаф. Я
малышка, беги! По минам побежали все. Да. Не достаю. Ну, чё, открытие Ульдуара, почему все по минам бегают просто? Видимо. Под огонь могу бабл массакру дать. Ребята, только рассоситесь по планомерней. Окей, окей. Я еще мастера урис на огонь. Можно ближе, как бы. Ой, что, уже сломали его, что ли? Это же... Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, а куда же я делся? Ах, вот туда. Ха-ха-ха-ха! Красота, правда? Я называю это непревзойденной воздушной боевой единицей. Первый будет обстрел.
сейчас широкого будет. Левиафан. Миллион. Как ульда открылась, 5 месяцев ходил за этой триней, ни разу не упала. Вот. Уже у всех вот, блядь, знакомые ходят с пугами, говорят, нет, эту трини упал. Вернул, слышишь? Чувак забрал. Вернул. А чё, куда идём мы дальше, чё или чё? Есть ТП в бухту торговцев. А что он сделал? Короче, токены. Токен у меня один и второй. Банят за это. А как он, в смысле, как он забрал триньку? Маунта сборная настояла у него, он подошел, просто забрал и все. Да-да, да, это банят, это банят. Молот. А ему нахуя? А он сразу вышел? Он сразу вышел. Сразу вышел. Здесь есть видео, просто на форуме сделай, типа. Ну, если, типа, никому не нужна, а кому-нибудь нужна была эта триня? Хопал. У меня есть. А. Ну, да. Ну, если не банят, то какая-то должна быть хуйня за это, ну, потому что... В бухту делать... торговцев есть ТП? В бухту торговцев есть ТП. Портал. Где? Yeah. Портал. Вон под аван забирай перчатки. 4Т8 соберешь. Портал в бухту торговцев. Ну, спасибо. А чё, всё, yeah, что ли? Блять, я даже раздамажиться не успел. Уж. А что? Я смогу зайти в портал в бухту торговцев, если я не ренегат? Да, можешь, заходи, тебя там ждут. Пацаны на входе в портал стоят, готовы принимать, так сказать. Да, там спецназ сейчас тебя примет, давай залезай. Тут вот под аван залетел. А я, короче, пофлекшу, сейчас понял. Я зайду в портал и баба ЛХС нажму. Давай, люди, давай, никто не вышел еще. Люди. Я в бухте торговцев. Два чела. А, да, я пришел. Okay. Я решил прикольнуться. Давайте опять мать. Я прогрессист не успел. Но мне это все равно, типа. Я просто говорю, что я прикольнулся и все. Не, я типа адекватный, я не кидаю, я просто решил порофлить. Дайте мне пройти. Ну это херово, понимаешь, не? Ну, это, во-первых, ошибка РЛ, потому что он сделал, типа, кажется, сам за себя. Окей. Может, я паролю? Пароль, она никому не нужна. Давай я объявление сделаю, дай мне ассиста. Она только палу нужна, у меня она есть, там если нужна... Там ноль пробов писал, что тоже ему была нужна, блажен. Дайте ему пати. Ну, пати. Ну, да, по факту. Ну, все, больше никому не надо.
Ну вот. Че, тут нету престов, да, на главной площади у вас? Типа, если хочет человек зайти, например, либо ДЦ, либо там хулипал, могу отдать. Yeah. Смотри, сейчас в бухте торговцев выйду, короче, бабл хс нажму. Хоп-хоп. Сайонаро. Ну, если что, простите, я...